Студенческие команды из целого ряда регионов страны приняли участие в третьем КЕС-чемпионате «Авангард», прошедшем в бизнес-центре «Тверь». В ходе турнира, который традиционно проводится ТВГТУ, им предлагалось разработать и защитить перед членами жюри варианты решения той или иной проблемы, которая может возникнуть в повседневной работе. Суть чемпионата «Авангард» – это решение задач, разработанных предприятиями. Победители определяют по 6 направлениям. Электроэнергетика, строительство, машиностроение, электроника и робототехника, программирование, банковское дело. В этом году для участия зарегистрировались более 50 команд. Представляют уже команды вузы Московского, Санкт-Петербургского региона, Великого Новгорода, ну и других регионов нашей страны. Кейсы для каждой команды разрабатывались стратегическими партнерами «Авангарда». Среди них ИЦБ, где предложили студентам выбрать коммерческий банк из любого региона или даже придумать кредитное учреждение. Чтобы на основании данных, которые есть у студентов по этому региону, по этому банку, было сформировано некое предложение, какие продукты для дальнейшего развития банка. Все задания команды получили заранее, и в эту среду в бизнес-центре «Тверь» они уже защищали свои решения перед жюри. В его состав вошли представители вузов, стратегических и отраслевых компаний-партнеров. Курсанты из Академии ВКО разработали сервис знакомств. Например, вы хотите сходить на выставку, посетить какую-либо тематическую вечеринку, но не знаете, с кем пойти. Мы разработали сервис, который решает эту проблему. Он был представлен в виде сайта, который доступен для каждого. При этом организаторы «Авангарда» отмечают, это не только тренировка мозга, но и первый шаг к трудоустройству студентов. Вот, например, у нас сегодня есть Александр Прокофьев. Он уже в команде организаторов. Его после первого «Авангарда» по итогам трудоустроили на неполный рабочий день в «Тверьэнерго». То есть он и учится сейчас, и совмещает работу в компании. Кейс чемпионат 2019 снова прошел с большим успехом, доказав правильность своей идеи. Популяризации инженерно-технического и экономического образования, без которого невозможно будущее России, как высокоразвитой державы.